После обращения на горячую линию главы региона решение о газификации домов, которые строили многодетные семьи в городе Шумерля, принято. Голубое топливо подведут не в следующем году, как сообщалось ранее, а уже к концу этого. Напомню, к коллегу Николаеву обратился Сергей Касаткин, отец ребенка-инвалида, и пожаловался, что уже 6 лет добивается подключения к газу. Однако местные чиновники каждый раз, что называется, кормят его обещаниями, и дело с мертвой точки не двигается. После вмешательства в ситуацию главы Чувашии заявка на подключение принята. При этом оставшиеся домовладения будут газифицированы после оформления права собственности в установленном законом порядке. В рамках реализации программы до газификации главой республики принято решение о создании штаба. Сейчас в эту неделю будут сформированы списки. Часть будет газифицирована, где есть возможности газифицированы уже в этом году. Как раз жители города Шумерля по данным улицам попадают в первый период до газификации. Там, где это сделать более проблематично, вопрос будет закрыт до конца следующего года.